Блогер-пенсионер 1955 сообщает, что в Самарской области, в отличие от ряда других российских регионов, деятельность пирамиды МММ до сих пор не прекращена. Желающие, которые не успели потерять деньги в старом МММ, уже могут их отнести в новый. Для этих целей, пишет автор, в Самаре офисы просто перепрофилировались с МММ-2011 в МММ-2012. А в Тольятти рекламу пирамиды продолжают ставить по телевизору, и там вообще весь город в МММ. Самое интересное, заключает блогер, что среди участников системы не только малоимущие пенсионеры, но и вполне приличные люди. Жуть, возмущаются читатели. Людей так в открытую дурят, а власти с этим совсем не борются. Блогер Нина Дюкова побывала в селе Павловка Сергиевского района. Чтобы попасть на единственную улицу в деревне со значимым названием «Центральная», пишет автор, пришлось ехать по грунтовой дороге. Асфальта в селе нет, и вперед распутиться здесь очень тяжко. Когда-то Павловка была большим селом. Тут жило более 1000 человек. Сейчас же осталось всего 38 жителей. В деревне, продолжает Дюкова, пустынно и тихо. Не слышно ничего, только шелест ветра. Ни кур, ни гусей, ни каких-либо домашних животных. Единственное живое существо, которое мы здесь повстречали, это громадного размера пес на цепи в одном из дворов. Он, кстати, даже обрадовался, увидев нас.